Всем привет! Это группа ВКонтакте Oriflame, и я Анна Дашкова, бизнес-директор категории «Уход за кожей» Oriflame СНГ. Сегодня поговорим с вами о продуктах из бренда Wound, которые дарят самое заметное, пожалуй, сияние для вашей кожи. Это продукты для тех, кто действительно хочет выделяться, для тех, кто любит такое роскошное, сияющее состояние своей кожи. Это два продукта – увлажняющая сыворотка и база под макияж. Давайте начнем с сыворотки. Во-первых, она, конечно, здорово увлажняет кожу. И более того, сияние, которое она дарит, вы видите, уже заложено в ее сияющую текстуру, наполненную такими переливающимися сияющими частичками. Вы видите, что даже на коже она сразу придает такой глянцевый эффект при нанесении. Но при этом интересный факт про эту сыворотку, что она содержит, во-первых, экстракт французского дуба, который дарит коже антиоксидантную защиту, и энзимы граната. А энзимы граната обычно содержатся в средствах, которые отшелушивают нашу кожу в разных пилингах, масках и так далее. Так вот, низкая концентрация энзимов граната в этой сыворотке дарит вам эффект обновления кожи, которую кожа получает уже при нанесении сыворотки. То есть весь день вы ходите с этим продуктом на лице, и сыворотка работает одновременно и на сияние вашей кожи, и на ее обновление. Второй продукт, это, честно говоря, самый любимый мой продукт из бренда Wound, это база под макияж. Она совершенно универсальная, она имеет один унифицированный оттенок, который подстраивается под все оттенки кожи. Ее текстура, вы просто в нее влюбитесь. Это тающая текстура, которая очень легко распределяется на коже лица и дарит такой очень классный, роскошный эффект на коже, когда вы как будто бы немножко отдохнули на солнце, и вот знаете, говорят, кожа поцелованная солнцем. Вот именно такой эффект дарит эта база под макияж. Она с одной стороны немножко выравнивает тон вашей кожи, и с другой стороны дарит вот это ощущение совсем-совсем легкого загара, которое выглядит очень здорово, очень богато на коже. И эту базу под макияж можно использовать как отдельный продукт. То есть не обязательно закрывать ее потом каким-то тональным средством, к которому вы привыкли. Вы увидите, что уже сама эта база работает как самодостаточный продукт макияжа. При этом это все-таки уход. Но для тех, кто любит использовать макияж, кто не мыслит своей жизни без тонального крема, например, вы можете на эту базу нанести тональный крем, либо сразу смешать эту базу под макияж и тональный крем, и тогда вот этот эффект сияния кожи, он добавится в то средство, которым вы привыкли пользоваться. Используйте эти лайфхаки, пусть ваша кожа будет по-настоящему сияющей, и, конечно, не забывайте ставить лайк этому видео и сохранять его себе.